предусматривает право обвиняемого воспользоваться судом присяжных в случае, если речь идет о совершении особо тяжкого преступления. Об этом рассказал Виктор Янукович. Он надеется, что парламент примет новую ПК в этом году. Ранее суда присяжных просил экс-министр Юрий Луценко. Он ссылался при этом на Конституцию. Между тем, 1 июня Рада уже отказалась ввести суд присяжных, и министр юстиции Александр Лавринович назвал преждевременно возможное введение в Украине института суда присяжных. Международный кинофестиваль будет значительно масштабнее, чем первый, однако по-прежнему государственная часть его финансирования составит не более 10%, сообщила президенту МКФ Виктория Тегибко. При этом она подчеркнула, что в странах, где...